Здорово, Денис. Здорово, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Neçə qaribas qoyasın lan. Bu çarəsi təzə deməkdir. Oy, bəlkə bitsin. Bəlkə də, bəlkə də. Spiçki sırıyə, pətəm. Bu, isnəli. Sələcə. Вы вдыхали? Да, на горе Рафик Арами, живу в поселке Ньеч Габалинского района Азербайджанской республики. Мы христиане, которые приняли в первом веке нашей эры. Вот где мы находимся сейчас, храм, это называется Булун, подлежит реставрации. Я обращаюсь всем христианам, братьям нашим, сестрам, приезжайте в Азербайджан, наш Габалинский район, поселок Ньеч. Посетите наши церкви, помолитесь за нас, чтобы мы могли восстановить, отреставрировать наши церкви. И мы будем рады всегда принять вас. Пожелание, как бы мы желаем, чтобы как бы это всего удинского народа, как бы малочисленного народа, чтобы дети со всего мира и нашего района, и нашего поселка пришли в наши церкви, помолились Господу нашему Иисусу Христу, да благословит вас всех Господь нас Иисус. Мы находимся в древнем Ньедже. Здесь когда-то процветали церкви, храмы были наполнены молодыми людьми, детьми. Но потом пришли конфликты, войны. И мы мечтаем сегодня, чтобы христианство здесь возродилось. И именно через христианство пришло исцеление всем этим разделенным народам. Мы мечтаем, чтобы христианство не было источником вражды, но чтобы, наоборот, показало в странах мусульманского большинства добрый пример прощения, любви, примирения, и чтобы эти храмы вновь были полными, как когда-то в далекой истории. Молитесь о Ньедже, молитесь о будинах, молитесь о народах Кавказа.